Здравствуйте, друзья, доброе утро. Сегодня воскресенье, 1 сентября 2017 года. Во вторник начнется прием заявок для участия в Green Card лотереи DV2019. И я хотел по этому поводу пару слов сказать. Мы на канале, на нашем, стараемся делать так, чтобы заявки заполнялись успешнее, как более правильно заполнялись, чтобы снижалась вероятность того, что человека дисквалифицируют за то, как он заполнял заявку. Мы стараемся избегать каких-то проблем, связанных с тем, что вот, например, 3 октября как рванет толпища, и это случалось, и толпища несколько дней, значит, там рушат эти сервера, и, в общем, вы сидите, заполняете, потом куда-то подвисает, непонятно, что делать. Вот, чтобы вот этого стресса избежать, у меня вот предложение такое есть, я его раньше высказывал, но я и сейчас отдельно скажу для тех, кто, может быть, не слышал в первый раз. Предложение такое: давайте начнем реально заполнять формы вот эти вот где-нибудь через пару недель после 3 октября, когда все это начнется. И никакого влияния на вероятность выигрыша не имеет то, когда вы конкретно заполнили. Вы можете заполнить в первые 2 минуты или в последние полторы. Это не влияет ни на что. Поэтому предлагается начать заполнение через 2 недели, а эти 2 недели посвятить изучению вопроса, как бы такой тренировке и исповедованию принципа 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот мы будем в течение 2 недель 7 раз отмерять. Мы позовем людей, которые нам расскажут, как заполнять заявку. Мы сделаем прямой эфир, в котором я буду заполнять заявку, как бы руководствуясь тем, что вы говорите, и отвечая на вопросы, которые вы задаете. То есть вот, как бы фейковую заявку, естественно, я не собираюсь ни в чем участвовать, но я не буду нажимать последнюю кнопочку, я так просто доведу до этого, чтобы мы могли это все записать, рассмотреть и так далее. Поэтому вот такое предложение. Я понимаю, что бывает, что руки чешутся, я понимаю, что зуд такой. И одновременно с этим я могу сказать, что если вы пойдете, когда вы пойдете на форум «Говорим про US», потому что без этого тоже вы не сможете, это абсолютно необходимо для изучения вопросов, которые возникают, и ответов на них. Когда вы туда пойдете, если вы потратите достаточно времени, чтобы прочитать, что там люди писали в прошлые годы, а даже не надо в прошлое, вы вот, если 2 недели подождете, вы увидите людей, которые в этом году будут заполнять, а потом спрашивать: слушайте, а я вот там написал вот так, это ничего? Ему скажут: так как ничего, дисквалификация же. Вы не понимаете, сколько народу вот каждый год вот так говорят: а я вот так сделал, что-то я не подумал и так далее. Поэтому я предлагаю 7 раз подумать, 1 раз чикнуть, так вот. Такое предложение. И будем все вместе. Вот у нас тут есть большая компания, и я думаю, много тысяч народу, которые смотрят наши видео, или как-то наш канал на них влияет прямо или косвенно. Давайте все вместе вот так поупражняемся. И я заранее желаю всем и успешного заполнения заявки, и успешного розыгрыша, который произойдет в мае. То есть желаю всем победить, но вот пока на ближайшие 2 недели такой план. Счастливо!